Уже столько дней прошло, как я в тюрьме. Интересно, чем там кузены заняты? И давно ты тут сидишь? Я не знаю. У меня даже окна нет. У меня есть. Хочешь, расскажу, что вижу? Детишки гоняют по улице мяч. Сегодня рыночный день. Торговцы раскладывают товар. На балконе загорает женщина. Мать несет воду заигравшимся мальчишкам. Они спорят, кто будет первым пить. Мальчики и девочки играют в крикет специальной клюш. В отдалении слышится музыка. Такое чудное видение. Они все кругом испачкали. Юноша со светлой бородой едет на велосипеде. Он влюблен. Слышишь, поет птица. А как она выглядит? Перья у нее синие, желтые и красные. Глазки будто крохотные оливки. Свободен, можешь идти. Мастер Дева, я ухожу сейчас. Я думал, что больше никогда не увижу мастера Деву. Мама! И вот мы с кузенами снова стали промышлять на улице. Аджа. Мастер Дева? Аджа, это ты? Вы незрячий? Да, незрячий. Но это не важно. Глаза его были слепы, но его воображение помогало ему видеть. Один из самых тяжелых моментов в моей жизни мастер Дева превратил прекрасный урок.